Ой, еще. Лариса. Мама, бери одного, неси сюда. И ложись. Не, оставила, ты видишь? Мамашка. Так, иди, тоже сушка. Что, девочка? Мамашка ты бестолковая, да? Ты мамашка бестолковая. Вылизывай своего, вылизывай своего питомца. Давай, бери питомца, детеныша. Ну как же это, вот она еще не понимает, что это? Она первородка, она еще так, а тупит директор, чуть-чуть. Как, почему? Сейчас будет, но директор же не сидит на месте. Ну сейчас, с такими моментами. Спасли. Нет, туда не надо подходить, там достают их малыши. Второго достали? Так, и второго достали. Да, теперь как-то мне вот этого надо забрать. Все, спасли. Да. Все, команда спасения. Пошли, сработало. Пошли. Маленький, ну что ты такой прям? Все. Ай, хороший. Принимайте ваших детей. Ой, маленький, смотри, уже как царапается. Ну, да, я такой маленький, а уже тигр. Так. А уже тигр. А, кофты его закутать может. Сейчас заберут на выкармливание. Не одна, это не то. Они снегу спят. Время. Вот, да. Придите, спокойно. Это девчушечка. Девочка. Девочка. Их когда вот так мама держит, им не больно. Зато они спокойные, потому что сейчас я его отпущу, он поползет сразу куда-то. А нам надо, да, переждать в спокойствии, пока заберут. Смотри, какие когти такие. Миленький такой. Миленький. Цап-царапать. О, миленький. Цап-царапать. Вот такие вот когти, вот такие вот тигры. Вот он уже опять лежит. Вот такие вот. А это вот такой. Гусеночка пригрелся, хотя сегодня вот он вот сейчас ну, уже сейчас, там, может, часик, ну сейчас можно сказать все конечно сотрудняли он на выкармливание и вырастут тигры да тигры. Вначале он будет ссать по углам, потом будет. Вот они. Прибавление полосатое. А давай мы с этим? Вместе их там. Не дам. Не дам. Когда вот можно еще? Извините, Татьяна. Пяточки. Ай, да. Рожевые да, пятки. Да. Вот пока нацеловаться, да? Вот ты так. Нет, скажи, ты не моя мама, ты меня не целуй. Извините. Да, извините. Ты когда дай мне молока, тогда другое дело. Нема. Прям притаю. Притих, да. Все. Согрелся. Притих. Да вы, девочки, так мама героини. Да я ладно. Считаю, что столько, девочки, мальчики. Столько потомства. У меня девочка. Вы нянчили. Это... А у меня не важно.
Мой, да, у меня мой. У меня мой. Да что ж такое, только что ж сидел хорошо. Это прям... Бестия. Бестия маленькая. Тигр. Вот, согревай его. Согревай. У Тани спокойный. У Тани какой-то, да, такой. Спокойный, спокойный. Спокойный, спокойный. Вот вы даже не знаю, думаете об этом или вы мне, когда ваши ролики смотрят, то вообще даст слез такое умиление и такое желание вам самое лучшее что-то вот передать вашим питомцам и вам. Спасибо. Спасибо большое. Я все-таки думаю, что это... Ну, такая как бы энергетика, она должна материализоваться в какие-то блага материальные для вас и для ваших питомцев. Ну, вот эта энергетика, вот она они, тоже... Вот они, эти блага, да, вот да, они. Она самая главная. Мав, да. Мав, ты мав, гав, что ты вот произносишь? Держите, скажи меня, семеро. Так. Вырвусь, скажи сейчас, все получат, свобода, да? Попаян! Ух ты! Витя молодец, конечно, да. Витя молодец, а кто Витя подсказал? Сачок тащить? Да. О, вот этот гений. Да. Ну. Так, Витя, отдавайте давайте. Отдаем, все. Тигрята едут на выкармливание. Ноги смотрела, у них нет. Туда идти. К этим малышам, даже если бы фактор был беспокойства, самца мы убрали, но если мать бы была хорошая, она бы сидела бы, невозможно было бы отнять этих малышей. Она перенесла бы в укромный уголок куда-то, в кусты, и охраняла бы своих малышей. Но, к сожалению, этого не произошло. Мы видим, к сожалению, такое бывает в зоопарках, вот, и наш не исключение, поэтому заботу об этих двух тигрятах возьмут сотрудники Ялтинского зоопарка «Сказка». Сейчас мы их заберем, потому что они будут кричать долго. Вот, и надеяться на то, что тигрица подойдет, не стоит. И второго. Все. Давайте массаж. Ну, они умные.